Всем привет, друзья! Вы на канале Семблюд. Сегодня мы снова на улице, сегодня мы возле казана. Сегодня мы приготовим гречку с куриной печенью и овощами. Поехали! Для приготовления мы будем использовать у нас килограмм куриной печени, килограмм гречки из овощей, маринованный сладкий перец. Можно использовать свежий, у нас был маринованный, мы решили добавить его. Половинку перчика чили, две морковки, две луковицы, красный острый перец, черный молотый, зира, соль и растительное масло. Для начала нарежем лук полукольцами. Нарежем перчик чили колечками. Нарежем сладкий перец соломкой. У нас все готово. Идем к казану. Добавляем в казан грамм 150 растительного масла. Добавляем лук. Обжарим лук 2-3 минуты. Добавляем горький перец. Добавляем морковку. Обжарим тоже 2-3 минуты. Добавляем куриную печень. Обжарим минут 5, все вместе. Добавляем сладкий перец. Подсолим. Добавим черного перца. Чайную ложку и добавим пол чайной ложки острого. Потушим еще минут 5. Посыпаем гречку, перемешаем, чтобы гречка перемешалась вместе с маслом. Добавляем воду. Так, чтобы вода покрывала гречку где-то на сантиметр. Вода закипела, попробовали на соль. На соль нормально. Добавляем зиру, чайную ложку зиры. Все, варим минут 20.
Прошло 20 минут, гречка сварилась, гречка готова. Будем пробовать. Приготовили мы гречку с куриной печенью и овощами. Попробуем. Гречка сварилась, гречка приготовилась. Мы добавляли туда консервированный сладкий перец. Если добавить свежий, будет не хуже. Перец дает свою изюминку, очень вкусно. Вкусное и простое блюдо. Готовится просто и быстро, и очень вкусно. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч, пока!